Отечественной войны 1941-1945 годов. Мокичев Николай Иванович, Злобин Александр Иванович, Пермов Николай Васильевич. Бессмертного полка, волонтеры, школа номер 6, дошкольные учреждения, администрация поселка Зеленоборский, Зеленоборская больница, учреждение дополнительного образования детей, санаторная школа-интернат, учреждение культуры, Нижегубская ГЭС, лесхоз, водоканал, Ростелеком, Корэлектросеть, МЭС, организации коммунального хозяйства, ФГУ ИК-20, АТП-1, шаг за шагом. Еще дома дела.
для нас к Берлину, между прочим, был друзья нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня, мол, с невдомек. Мы ж не позабудем, где мы были, будем фронтовых изъезженных дорог. Ах, поддорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.